Станом на 9 листопада 2020 року в Одеській області зареєстровано 28 665 випадків коронавірусної хвороби, підтверджених методом полімеразної ланцюгової реакції. Ситуація по місту Одесі. В місті зареєстровано 11 914 случаев коронавірусної болезни, із яких 215 пацієнтів в настоящее время знаходяться на стаціонарному лікуванні в городской клинической инфекционной больнице, все жители города. 100 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации без подключения ИВЛ, 4 пациента на ИВЛ на СИПАП. У 111 пациентов состояние средней тяжести. Всего выздоровевших от коронавирусной болезни зарегистрировано 7488 человек. Процент выздоровления в городе на сегодняшний день составляет 62,9%, по Украине 44,9%. 3731 пациент с COVID-19 из числа жителей города проходит лечение на дому, находится на самоизоляции, которым проводится регулярное контрольное тестирование в амбулаторных условиях. Всего летальных случаев за период эпидемии по области зарегистрировано 424 случая, летальных случаев по учреждениям города 190. За текущую неделю минимальный показатель заболеваемости по городу Одессе составлял 142 человека 3 ноября и максимальный 302 человека 6 ноября. В то же время госпитализация в инфекционную больницу, максимальное число пациентов 7 ноября было 195 и 212 пациентов 3, 4 и 8 ноября. Сводка по различным методам диагностики COVID-19 следующая. Методом ИФА проведено тестирование 41 742 пациента. Из них М 25 950, положительных результатов выявлено 1540, G 15 792 человека, положительных результатов 1828. Методом ПЦР исследовано 24 756 человек. По состоянию на 2 ноября 2020 года под COVID-19 развернуто в городской инфекционной больнице 360 коек, в том числе 12 реанимационных. В городской больнице номер 5 – 100 коек и 9 реанимационных. В ГКБ номер 1 – 24 койки и 6 реанимационных. В ГКБ 10 – 70 коек и 10 реанимационных. Всего по взрослой службе развернуто 609 коек с учетом 30 коек инфекционной больницы, которые развернуты, которые планируются, принятие больных на которых планируется после укомплектования бригад. В родильном доме номер 2 – 50 коек и 4 реанимационных. В детской больнице номер 3 – 71 койка и 4 реанимационных. Всего в городе развернуто 708 коек, 663 койки и 45 реанимационных. Готовятся под размещение пациентов в городской больнице номер 1 – 50 коек, в том числе 10 реанимационных. В настоящее время ведутся работы в ГБ номер 5 по адресу Троицкая, 37, по разворачиванию 150 коек под COVID-19. В настоящее время ведется проектирование и подготовительные работы по обеспечению централизованным кислородообеспечением 40 койко-мест, из них 8 реанимационных, а также организация поточности и разграничения зон. Также ведется проектирование капитального ремонта под разворачивание двух отделений для госпитализации под COVID-19. 120 коек по адресу Лидерсовский бульвар 11. Подключение к централизованной системе кислородообеспечения планируется 120 коек, из них 20 реанимационных. Начаты работы по разворачиванию 90 коек ГБ номер 8. Учитывая организацию централизованного кислородообеспечения для 52 койко-мест, в том числе 12 реанимационных и 40 в отделениях больницы. Департаментом здравоохранения продолжается работа по контролю свободного коечного фонда для госпитализации пациентов с COVID-19 и подозрением на COVID-19. За прошедшую неделю минимальное количество было зафиксировано 8 ноября – 49 свободных мест в наших больницах и максимальное 3 ноября – 70 свободных мест для госпитализации пациентов в развернутых больницах. В родильном доме номер 2
размещаются беременные женщины с подозрением на COVID-19 и COVID-19. Подтверждено COVID у двух пациенток, и две пациенты находятся с подозрением на COVID. На прошлой неделе в роддоме номер 2, 3 ноября, родился глубоко недоношенный ребенок с весом 1500 грамм. С COVID-19. Ему для поддержания жизненных функций необходимо кислородообеспечение. Ребенка необходимо перевести в детскую больницу номер 3, где находятся на лечении дети первого месяца жизни, практически с первых дней жизни. Для их заблаговременного обеспечения необходимым оборудованием приобретено высокоспециализированный аппарат ИВЛ эксперт класса Гамильтон С1. Перевод ребенка планируется через неделю с учетом двухнедельного пребывания его в детском отделении роддома. В ТКП номер 3 размещают детей с COVID-19 и подозрением на COVID-19. Всего в настоящее время в третьей больнице находится 16 детей. Продолжает работу 5 городских мобильных бригад Центра неотложной помощи для проведения на дому тестирования быстрыми тестами на COVID-19 и забора биоматериала для проведения ПЦР-диагностики пациентам, находящимся на амбулаторном лечении и самоизоляции. Бригадами за весь период проведено 10 249 тестирований на COVID-19. За последнюю неделю протестировано 453 пациента. По состоянию на 9 ноября, с начала карантина, под наблюдением семейных врачей в Центр первичной медико-санитарной помощи переданы 10 598 человек, из которых закончили наблюдение и лечение 6 680 пациентов. За последнюю неделю 681 человек. В военно-морском лицее имени вице-адмирала Бескаравайнова на коронавирусную инфекцию заболел один воспитанник. 5 контактных с катаральными признаками, как подозрительные на COVID-19, госпитализированы в городскую детскую клиническую больницу номер 3 для обследования и лечения. В лицее остались под наблюдением 40 воспитанников в условиях изоляции всей группы. Двое воспитанников находятся дома на самоизоляции. Состояние лицеистов, госпитализированных в детскую больницу, оценивается как легкое степени тяжести. Динамическое наблюдение продолжается. В воскресенье 8 ноября комиссией лицея было принято решение о переводе лицеистов на дистанционное обучение. Родители лицеистов оповещены относительно необходимости домашней изоляции. По состоянию на 9 ноября медицинские работники, переболевшие COVID-19, подали заявление на получение материальной помощи 307 медицинских работников, в том числе из учреждений здравоохранения области. Получили материальную помощь 202 медицинских работников, в том числе из учреждений здравоохранения области. Медицинских работников из городских учреждений 191 человек. Из них врачей 75, среднего медперсонала 86, младшего медперсонала 30. С учетом увеличения сложности течения заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 при лечении пациентов хорошо себя зарекомендовал препарат Актемра, рекомендованный протоколами оказания медицинской помощи. В настоящее время по учреждениям здравоохранения города заключены договора на 340 упаковок Актемры. Обеспечение препаратами и лекарственными препаратами городских лечебных учреждений постоянно мониторируется и проводится в плановом режиме. Департаментом здравоохранения проведена работа по обеспечению смартфонами для организации справочных номеров телефонов в отделениях с госпитализацией пациентов на COVID-19 для предоставления круглосуточной информации родственникам о состоянии здоровья пациентов. С 5 ноября справочные телефоны по учреждениям начали круглосуточную работу. Департаментом здравоохранения Одесским городским центром здоровья и кафедрой инфекционных болезней медуниверситета разработана программа для повышения уровня знаний медицинских работников в вопросах оказания медицинской помощи больным с COVID-19. В настоящее время в больницах города Одессы развернуты 220 койки с подключением к системе централизованного кислородообеспечения, в том числе инфекционная больница 79, ГКБ номер 1 – 20, ГКБ номер 5 – 26, ГКБ номер 10 – 15, ГКБ 11 – 40, ДГБ 3 – 20 и родильный дом 2 – 22.